Спрыгиваем. Какого хрена сейчас было? Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Only Up. И я уже, смотрите, где нахожусь. Пока меня не было в игре, ее успели немножечко перелопатить разработчики, и какие-то места значительно были изменены. Например, даже вот эта солнечная система. Теперь здесь только солнце и орбита. А раньше было куча-куча всего. И внизу еще, благо, добавили платформу, которая доставляет тебя аж до лифта в небеса. Что, ну, просто значительно-значительно сократило количество моего бомбежа до нуля. Поэтому я сейчас свежий с вами здесь. Готовый проходить в том самом моменте. В том самом моменте, где кровать нас ждет. Ну, если ее, конечно же, не убрали. Та самая кровать, которая должна нас доставить на землю. Если я все грамотно сделаю. У меня, в принципе, мышечная память. Они говорят мне такие: мы помним, женек, не парься. Просто иди вперед. Прыгай на эту кровать, не ссы. Я доверюсь своим мышцам. Я именно отсюда и начал, потому что пока я еще не бешусь, пока я еще нормально себя чувствую. Потому что я знаю, что туда будет добираться чертовски сложно, и я не хочу начинать выпуск уже раздраженным. Хотя, кто знает, может быть, я сейчас так грамотно все пройду. Да перестань. Что вы удивитесь, какой я классный игрок, какой спидранер. Мы и так и не пошли в ту сторону. Давайте, пробуем сейчас. Оп! Вот! Прекрасный прыжок! Отлично! Аплодисменты! Теперь жмем назад! Жмем назад! Жмем назад! Потому что мы все просрали! Хьюстон, мы просрали все! Да, вы сказали, жми на замедление времени, это позволит тебе немножко направлять себя. Ну, в том-то дело, что немножко, потому что... Ну что, вы думаете, я смогу добраться до этого батута? Ни хрена. Я просто, походу, лечу вниз. Снова поднимаемся на лифте. И пока мы поднимаемся, восстанавливаем свое былое могущество. Как вам моя бородка? Посмотрите на это. Очень хорошо сделано, я считаю. Заполняем паузу самолюбованием. Почему бы и нет? На самом деле, этот гребаный лифт, он, конечно же, да, приятен. Очень приятен. Хорошо, что его добавили, но не добавили сохранение прогресса. И это отвратительно. Это очень бесит. Хотя я понимаю философию разработчиков. Ну, да. Они вот так решили сделать игру суперсложной. Я их понимаю. Ненавижу, да, но понимаю. И как бы лифт, ну... Не сказал бы, что слишком хорошо дело, потому что вот там вот еще целая половина игры, как минимум, если не больше. Я не знаю, сколько там. Кто-то писал в комментариях, что вообще игра процедурно генерируемая и просто лезешь и лезешь. Сомневаюсь в этом, потому что, посмотрите, если бы она процедурно генерировалась бы, то каждый раз при начале новой игры были бы новые препятствия. Это не так. Так что у игры 100 пудов есть конец. Но где он? Черт его подери. Я не знаю. И как бы, да, лифты успокаивают меня, пока я добираюсь сюда, но я теперь понимаю, что еще очень-очень много чего нужно будет преодолеть вот там наверху. Вы, кстати, заметили, что у мальчика кепка похожа на кепку Диппера из Gravity Falls? Только у него стрелочка вверх, а у Диппера была... По-моему, елка была, да? Я думаю, раз игра полна отсылок, то почему бы нет? Кстати, она ж двигается! Овечка-то двигается! Я первый раз сейчас это заметил. Я был слишком поглощен тем, что надо взбираться наверх. И забыл просто любоваться красотами. Я попал в эту ловушку, в которую всю жизнь попадаю. Цель! Только цель важна. А путешествие к этой цели как будто проскользает мимо меня. Это плохо. Надо кайфовать от процесса. А, я снова взбираюсь 500-тысячный раз вот сюда. Как весело. Какой кайф. Какой, блин, кайф. Какой кайф? Скажите мне, какой кайф? Вот какой может быть кайф? Да какой? Все, перестань. И тут, кстати, за школой еще появилась очень удобная кроватка. Я не знаю, появилась она или была всегда, но я ее только сейчас обнаружил. Очень зачетно доставляет нас наверх. Прямо на книжке. Аккуратней. Тут шляпка исчезла, не знаю, почему ее убрали. Видимо, потому что всякие нубы об нее спотыкались и падали. Наказание. Мгновенное наказание. Так, стоп, знаю, что можно сделать. Можно попасть прямо на скелет. Можно ли попасть прямо на скелет? Ведь если я не попаду на скелет, ну все, тогда все, хана. Я знаю, что я просто много слишком болтаю и выпендриваюсь, и за это наказывают меня. Ладно, я упал на скелет, потому что я осознал свою ошибку, я больше никогда не буду. Нет, никто из вас не нуб, друзья. Нуб здесь только один. Этот мальчик. Внимание, пассажиры, наша рука прибывает в школу. Убедительная просьба всем мальчикам. Убедительная просьба. Не падайте больше. Повторяю, не падайте больше. Ну вот, ну все, ну легко. Ну очень просто. Оп. Оп. Оп.
Да вообще легкотня, чё я запарываю здесь вечно? Прыжок! А, книжка, все. О, видите, и здесь шкафы упали. Это тоже нововведение. Без понятия, с чем они связаны. Может быть, люди запарывались там, потому что... Нубы. Я сейчас доиграюсь, я чувствую, как сейчас мне мои слова прилетит. Точнее, улетит вниз. Тихо. Не сбивай меня с мысли. Какая там была мысль? Не было никакой там мысли. Просто... Ветер гуляет в башке у меня сейчас. Я уже устал. Я хочу пройти эту игру. Я буду 100 выпусков по ней записывать, пока не пройду. Будет в разы больше выпусков, чем даже в The Long Dark. Сколько у нас их там? 120? 130? Не знаю. А, добавили тут книжку, потому что, да, они видели, как я запарываюсь, и очень трудно забраться. Вот. Ничего не поможет. Все, не скользи. Оп! Мы вернулись. Ну, конечно же, мы бежим на кровать. Давайте. Отмерили, прыгнули. Оп! Все, теперь жмем назад. Вперед, назад, вперед, чуть-чуть назад. Может быть, на огурец сможем попасть? Смотрите, смотрите! Genius! Тормози, банан! Об яблоко! Па! Все! У-ху-ху-ху-ху! Наконец-то! Ах, как хорошо! Все, мы в безопасности, 100 пудов, давай, ромашка. Оп, сразу на подсолнух. Ну, здесь легко будет, здесь вообще никаких проблем быть не должно. Норм. Че он боком прыгает? Ты че, краб, что ли? Перестань, мальчишечка мой. Какой же нервяк внутри. Все больше подступает. Чем ближе я подхожу к тому самолету, тем страшнее мне. Мне там еще нужно пережить эти ледяные платформы каким-то образом. Тогда у меня просто чисто случайно получилось. Смотрите, кровать. Че за кровать? Это как я должен провалиться, чтобы на эту кровать попасть? Погодите! Чё за... Они убрали бутылку! А чё не убрали бутылку? Это было очень стильно, по-моему. Вроде бы такой огромный корабль, но он же должен быть маленький, потому что эти бутылки, они на столе стоят. Почему ты не удержись на бочке? Оп. Жопа! Нет, все нормально. Вот, хорошо, цепкой. Цепки, липкие ручки! О! Есть! Все, ну тут нормуль. Ну тут нормально. Есть! О, все, давай отчаливаем. Фу. Ну что, спрыгиваем? Спрыгиваем! Какая... Какого хрена сейчас было? Так, я даже не знаю, куда мне лететь. Земля уже нам не светит. Солнце? Да. Да. У солнца, по-моему, есть... Там же орбита есть целая. Есть орбита. Мы должны на нее... Блин, по-моему, мы на нее не попадем никак. Давайте на солнце. По-моему, мы и на солнце не попадаем. Ой... Ой, блинушки, какого хрена? Что, опять на кости? Мимо костей. Чёрт. Что за говно, блин? Восемь гребаных часов спустя. Так, прыжок. Оп. Назад. Жмем чуть назад. Чуть-чуть назад. Чуть вперед. Чуть-чуть замедляемся. Жмем назад. Персик, да? Апельсинка, не знаю, что это. Чуть-чуть ударились. Остановились. Банан. Есть. Все. Возвращаемся туда, на корабль. И есть. Ах. Хорошо, садимся на корабль и поплыли, давай. Попутного ветра тебе, дружище, попутного. Как же спрыгнуть с него так, чтобы не лохануться? Блин, это такое простое действие, я так нервничаю. Какого хрена ты еще веревочки цепляешь? Ух ты, мой мальчик. Есть! А, воспринимаю это как самую важную победу в игре. Ладно, бежим, все, скоро будет прогресс. Садимся в пушку и нас вот на этот камень, по-моему, да, кинет сейчас? Что-то я уже не помню. Ладно, давай, смотрим вверх. Хорош. Оп. Куда? Опа! На дерево. Все в порядке. Так, да, здесь нам просто показывают, что беда. Если вдруг я лоханусь, то беда. Я не готов. Ладно, я готов. Оп. Это хреновая, да, была цепка? Чуть! Прошу! Прошу! Да! Да-да-да-да. Значит, давай здесь по нижним побежим. Так, так, так. У-у-у!
Ешь! А это чего я хорош? Песик? Почему некоторые животные живые, другие неживые? Я не понимаю, в чем прикол. А прикол в том, что я забираюсь выше. Погодите, мне не нравится эта платформа. Что-то она какая-то стрёмная. Нормально. Давай, мальчик. Ты же Григорий Цепко. Не забывай. Гоу дальше. Стоп! Упадет? Вроде не падает. И мальчик вроде не падает. Молодец. Так, это у нас с ускорением. Это по-обычному. О, вот это с ускорением 100 пудов. Все, мы в царстве льда. Эльза! Черт, как хорошо ты это мазнул! Постарел. Только что. Погодите, кровать. Куда же она меня? Была, не была, пофигу. Бо! Стой, 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 стой. Нормально, нормально, нормально. О-хо-хо-хо! Я не знаю, сколько я скипнул сейчас, но я рискнул и победил. В конкретном моменте дальше. Вертолет? О-хо-хо-хо-хо. Заходим. Смотрите, отсюда можно упасть, имейте в виду. И имейте это в виду. Ага. Так, куда? На наковальню. Ладно, отсюда я не упаду. Тихо. Нереально упасть. Куда у меня? Еще выше. Да когда ж там уже конец? Уже и мерзлота, и уже и все было. Я должен сюда встать. Блин, прикольно. Еще одна штука, которая меня куда-то везет. А че он так наклоняется? Это мне надо это контролировать? Или это так пугают? Я буду контролировать все. Смотри, там колодец. 100 пудов через него можно упасть. Так, сколько же мы скипнули? Мы самолет. Да, мы только самолет скипнули. Нормально, я все равно не знал, что с ним делать. Как-то я должен был забраться на него. Я как раз таки упал с кабины, а меня туда лестница и ведет. Бу, аккуратнее там, пилот. Смотрите, стало тепло. Вот теперь, да? Блин, как же там высоко. И как же долго ты меня везешь. Перестань, быстрее хочу. Вы, ребят, понимаете, что это такое? Это истинный прогресс. Мы действительно куда-то продвинулись. Да, мы пострадали немножко. Но вот этот риск, который я взял с кроватки, я причем был уверен, что я не допрыгнул. Когда я только оторвался от земли, мне показалось, что я очень маленькую скорость набрал. Мы в Китае. Ой, как это красиво. Ладно, спрыгивать, десант. Бэу. О, я думал, это этническая китайская музыка играет. Нет, это просто... У самурая нет цели, только катана. Опа, это сюмоисты. Так, этот мост западло устроит. Побежали. Не должен. Я не думаю, что он будет так поступать. Дамплинги, да? Так их называют, я забыл. Ой, как будто даже запах почувствовал. Куда ты хочешь? Лично я хочу домой, а ты куда хочешь, игра? Стойте, что? Я вижу, вот по фонарику можно будет. Так, что-то мне не нравится это все. Давайте, что ли, вот сюда? Ой-ой, елки-палки. Скользко. Я вижу, что по фонарикам мы бы могли забраться на крышу. О, там рыбка. Может быть... Нет, от них тоже нельзя отскочить. Слушайте, а давайте вот так сделаем сейчас. Вот такой прыжок. Оп. Хорош. Наверное. Пфф, это я же сделал полное дерьмо. Вот, стоп. Нашел. А, да, все, есть прогресс. О, вот эти печеньки очень вкусные, можно молочком макать так. Хорошо, давайте прежде чем решать, куда нам точно прыгать... Разберемся, где путь выше. Я... Вон, нам нужно на это здание. Значит, вот так. Вот так. Ага. Он решил не цепляться в этот раз. То есть ты хочешь сказать, что за фонарики невозможно зацепиться? Я должен максимально четко прыгать? А, нет, он цепляется, ладно. Ладно. Давайте сразу вот сюда, на хавчик. Сущий. Ох. Стоп, так мы же не... Мы что, в Японии? Или где мы? В жопе мы сейчас находимся. Потому что, блин, очень опасно. По палочкам. Стой, 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 стой. Да стой! А. Ага! Чё по кроватям? Я рискну еще раз. Дерьмо, 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 дерьмо! О, боже мой! Куда мне направить себя? Будь ты проклята! Будь ты проклята! Стоп! На кольцо, на кольцо, на кольцо! Эта кровать была настоящим обманом. Она меня зашвырнула просто в пропасть. Да боже мой! Ладно, мне снова придется сделать то же самое.
что я уже сделал этот мега-героический подвиг совершить. Снова прыгнуть на ту кровать, с которой мы можем свалиться очень легко. Ладно, я на удивление держусь сейчас молодцом. Я не то чтобы супер сильно психую, но не то чтобы очень расслаблен. Не то чтобы я прям такой: а, спасибо. Спасибо за этот палец в задницу. Окей, вот так. Вот так. Угу. Нормуль. Вообще отлично. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень, я Сквидвард говорю. Очень хорошо. Все, кажется, мы уже супермастерски делаем прыжок на той кровати. Значит, можно не переживать и теперь осваивать другие кровати. Евгений, завоеватель-крователь. Крователь-завоеватель. Морковка чуть не подставила меня. Никогда не доверял морковке. Не, ну а че она такая длинная, странная, в земле все. Один хороший прыжок без дерьма. И отлично. Полезай в пушку, да, в пушку, я уже все, в бочку, в пушку. И сюда. Прыжок, давай. Я не помню маршрут, по-моему, вот так, по-моему, я так делал. Да, я так делал. Ничего не упало? Я не доверяю этому говну. Оно не падает второй раз, почему? Нет, спасибо, но почему... Пофигу, очень рад этому. Мне нравится, что на рояле стоит кактус. Учитывая антураж, это забавно выглядит. Блин, говно. Говно случилось, случается, бывает. А-а-а. Вот здесь мы помним, в чем может быть опасность. Есть. Давайте подумаем, стоит ли это делать еще раз. Конечно, стоит. Пиу! Да, вообще, фигня, легко. Максимально. И... прям к собачкам. Ладно, вертолетик, давай снова сделаем это. Стой! Ай, я запрыгнул. Мы в Японии, конечно же, сакура, сюмо. Это же японский вид спорта. Блин, будет смешно, если я сейчас фигню какую-то сморозил, и вы имеете полное право меня вычморить в комментариях или поправить вежливо. Ну ладно, давай. Ап. Эп. Помним, что кровать... О, вертолет летит. Помним, что кровать нам не нужна. Она предательски нас швыряет в пропасть, портит весь наш прогресс. Мы просто чудом, реально чудом уцепились за орбиту Солнца. Так, с бутылкой осторожней. Ага. Окей. Все. Пошла в жопу кровать. Вот он такой говорит, что сюда я не пройду никак. А может, все-таки пройду? Пройду, все нормально. Ладно, просто идем, осторожней. Вода — это ложь. Я могу просто провалиться, скорее всего. Нет пути, который ведет к гармонии. Гармония — это и есть путь. Смотрите. Коллектаблс. Блин. Ладно, мы не упадем. Нормально, цепляйся за баклажан, все окей. Сурикен. Ой, по катане прям. Но я сейчас испытываю некую гармонию. Мне, во-первых, нравится очень антураж. Безумно хочу в Японию хоть раз в жизни сгонять. В Токио, по всяким деревушкам, по всем городам. На поезд прям сесть и погнать. И поэтому я чувствую кайф. Я эксплорю. Че, допрыгнули как? Или какое-то дерьмо? Спасибо, Сакура! Щекотливо было. Давайте будем поосторожней. Гармонию, конечно же, не забываем про гармонию. Да в жопу гармонию. Блин, ладно, все нормально, не сдох. Я просто назад нажал, а что не надо было делать? Так бы я спокойно удержался, поэтому я делаю это еще раз. Да все, стой! Вот сюда допрыгнули как, или говно? Нормально. Нормально. Ой, рисково. Чудненько. Забираемся выше. На оригами. А как? Прям вот так, что ли? Вот так я карабкаюсь по всем этим предметам, и как будто я сам лично касаюсь их. Как будто я их экспириенсю. Погоди, пожалуйста, давай без этого. Вот, умница. Вкуснейшие... Что это? Еда. Давай. По-моему, только это от меня и хотят. Отлично. Что, прям на цветочек? Пожалуйста, спасибо, цепкий мальчик. Погодите, вот... Блин! Давай! На самолет! На самолет, нормально. Шея лебедя или журавля, я не знаю, что это. Мразь какая-то. Вот ее шея, она неосязаемая. Нельзя, понимаете? Нельзя было. Блин, ничего же не видно. Тут нужен хороший разбег. Кто? Батя позвонил мне на небеса. Ты ч...
Блин, вот такие прикольные штуки, конечно, обидно пропускать. Потому что ты такой уже идешь, весь запинающийся, и весь кайфуешь. И тут бать такой снова звонит. Не пожалел даже деньги в таксофон, чтобы позвонить, сказать, и сынок, ну ты, конечно, вообще днина. Кто тут днина? Я уже вертолет 3 раза вертел. Я вернулся. Не знаю, чего я так веселюсь, ведь сейчас будет столько всяких провалов, из-за которых мне придется снова все это проходить. А давайте договоримся, что нет. Нет. Нет, я сказал. Просто прыгаем. Просто добиваемся. Сказал и добился. Так. Оп. Осторожно. Оп. Умничка. По-моему, надо с крыла прыгать. Да. Давайте сразу на хвост. Оп. Ништячково. Пляжи? Снова пляжи. Окей. Окей. Если ты совершил ошибку и не скорректировал ее, не исправил ее, это и значит совершить ошибку. Мудро. Вот этот песик! Я все думал, как далеко, как высоко он. Мы уже его просто, получается, все, мы прошли его. Что там еще? Боже мой. Ну, по-моему, это уже выглядит как концовка. Ай, мы должны вот через это прыгать. Спиной мальчик решил прыгнуть. Вот такой вот он смельчак у нас. Вот такой вот он. Не отнять у него это. Отлично. Здесь еще опасней. Оп. Словно сенсей смотрит за мной сейчас такой. Ты ничего не добьешься. Ты слабый мальчик. Чисто голос батя. Я прослушал. Прости, сенсей, я прослушал. Ба. Не цепляется за него? Почему я забуду, не зацепился? Только за лотос. И только за перья. Блин, мне эта локация больше всего нравится. Она очень клевая. Хотя вы заметили, что когда вот мы были там в городе, вот эта нефтяная фабрика, поезда, все такое небрежное, такое ляпистое, навалено в кучу, и такое все суетное кажется. И все локации здесь, они реально такое ощущение создают, как будто ты достиг некого дзена, гармонии, умиротворения. Потому что здесь на все приятно смотреть, куда бы глаз ни лег. То есть с точки зрения дизайна, эта игра очень круто сделана. Смотрите. Тут что-то магическое. Я побоюсь этого немножечко, потому что я не знаю, что оно даст мне. Скинет меня... Я достиг его. Здесь я точно буду падать, да, 100 пудов. Аккуратней. Да, 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 да. Вы это сделали. Хреновый мост построили. Что? Вы видели? Черно-белое? Почему? Почему черно-белое становится все? А как же мой дзен? Как же моя гармония? Что это все значит? А я здесь не вижу ничего почти что. Че, прям вот... Мы у дьявола, да? Опа, касатка, маяк. По-моему, вон там концовка, тут лабиринт. Наверное. It has been said that the greatest fear in life, the one that gives rise to all other fears, is the fear of death. Говорят, что самый большой страх в мире, тот страх, который дает всем остальным страхам жизнь, это страх смерти. Мне страх того, что я сейчас упаду. Вот, больше ничего. Я знаю, что я не умру, но я упаду. Это хуже смерти сейчас. Это и самая настоящая преисподняя, блин. Очень крутая локация тоже. Дико стрёмная. Неприятная. Ну ладно. Садимся. Плывем. А этот, вот эта штука, она была радужная, я помню. Но мы все еще во власти страха. Мы боимся. Перестань бояться, мальчик. Когда я родился, моя бабушка сказала, что я не выживу. Когда мне был 1 год, мою бабушку утащил. Утащила касатка. Как бы, да, жаль бабушку, конечно, но... Кто теперь смеется? Такой, когда он ее утаскивал, мальчик такой, ха! Кто теперь не выжил, бабка? Так, она тонет. Чайки хищные летают, блин, только не атакуйте меня. Неужто ли мы должны будем сейчас впасть? Мы должны будем впасть к касатке. Да, мы должны будем зайти туда. Мы слышим тебя, касатка, мы слышим твой зов. Оп, блин, осторожней, осторожней. Плохая лестница. Куда? На фонарь? А! Фу, блин. Так я бегу или как? Я не бегу. Я не бегу. Ладно. Теперь я бегу, да? Найс. Найс. Ладно, идем в тебя. Глаза боятся, руки делают. Что там перед...
рассветом. О! Смотрите. Оп! Все, не страшно. Это же сейчас нам показывают перерождение мальчика. Потому что в мифологии, когда ты поглощен чудовищем, герой поглощен чудовищем, это означает, что он взрослеет. Блин, а я не знаю, можно ли вставать вот здесь вот? Меня тут не выкинет куда-нибудь. Ладно, пойдемте через жопу. Наверное. Ну давай, игра, без подстав, пожалуйста, только. Ну я вообще понятия не имею, что делать. Смотрите. Так. Аккуратственно. Хорош. Прекрасно, идем. А куда идти? Вот сюда, наверное. Черт, пожалуйста, без этих вот скользячих лапок. Вот это очень опасно. А, о, почему? За что? Why do you do? Кровать. Что ты хочешь мне сказать? Неплохо, но не так. Ладно, ладно, ладно. Значит, прогресс мы, считай, не потеряли. Главное, грамотно с кроватью распорядиться. Давай. 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 Блин, ладно. Все, сейчас зацеплюсь. Окей. Alright. Very good. Very nice. О, было четенько. Ну, вообще прекрасно сработано. Как не допрыгнул тогда. А важно ли это? Мы продвинулись дальше. Смотрите, мы идем туда, вот этот замок. Вавилонская башня. Многие вещи пугают ночью, но потом становятся предметом для насмешек днем. Погодите. О, боже мой. Давайте встанем вот сюда. Что это значит? Я боюсь упасть. Идем. Я буду идти по лучу. Перестань! Перестань! Нет! 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 На самолет! Я не попаду на самолет. Ребятушки, мои друзьяшечки, не попадаю на самолет! Ну куда-нибудь! Ты чё меня мотает? Чё меня пи***сит так? Почему меня так мотает? Пожалуйста, на орбиту. На орбиту! Нет! Да какого? Нет! Что ты делаешь? Он нагибает все препятствия. Нет! Он такой, нахрен это все. Он избежал этой всей мороки. Домой пошли. Так, давай лифт. Обратно меня. С вами был Юджин. Всем пять.